tum tum tuturum. Мы группа джу-джу-джу-джуна, бум-пум-пурум. Привет с большого Бандуна, пам-пам-парам. Мы группа джу-джу-джу-джуна, пам-пам-парам. Привет с большого Бандуна. Ух ты, мы группа Джуна. Ох, вчера так напились, так напились, башка трещит. Ох, такое похмелье. Так напили, что даже забыли, где же наш следующий концерт. Или... Гватемале. Так, может быть... Бурунди. Или... Остров Мэн. А может это... Мальта. Мальта. Где же следующий концерт группы Дюна? Так, кто же нам поможет? Крис Маклин, самый-самый красивый. Да, самый-самый-самый крутой эксперт в мире. Конечно же, конечно, поможем найти вам страну. Я так. Других позвал. Бентен, Кевин и Гвен Теннисон. Так, ну что, Бентен? Время активировать твой Омнитрикс. Активируем. Омнитрикс активирован. Активирована программа «Русский язык». Азбука «Русский язык». Гусеница. Гитара. О, гитара. Гватемале первый бал. Бант. Белка. Ну, до белок еще не допили мы, ну да ладно. Облако. Ослик. Муравей. Медведь. О, не, в лес не хотим. Значит, Гватемала первый бал, да? Кто там гитару потерял из вас, а? Никто. Там пока активировано. Омнитрикс. Теперь твоя очередь, Гвен, выучить вторую азбуку. Ладно, Бен Теннисон. Гусеница. И у тебя гусеница. Бабочка. А, там бабочки летают. О, круто. Окно. Ого. Маша. Поиграй со мною, поиграй со мною. Да, у вас такая игрушка интересная, Омнитрикс. Я бы хотела поиграться. Приезжайте ко мне в лес. Не надо, Маша, уничтожить мой Омнитрикс. Ты подождешь, ты монстра превратишься, Маша. Ой, не надо тогда, тогда уходите, уходите. Э, куда же вы? Кто же третью азбуку будет изучать? Ты, Макс Теннисон, Кевин отказывался. Ну ладно, эх, эти дети. Все вместо них надо делать. Герда. Девочка Герда в Гватемале вас ждет. Второй балл. А, это наша фанатка. Бачок, смоляной бачок. Так. Ослик. И, да сам ты осел. Мамонтенок. О, да, Мальта первый балл получает, потому что мы мамонты советские эстрады, группа Дюна. Дюна. Так. Скуби-Ду и мистическая корпорация. Капитан Рункер говорил, что отвезет группу Дюна, куда они захотят, если мы освободим яхту от... Бандитов. Так, ну где же там бандиты? Уже выкинул за борт. И эти бандиты захватили буквы. Победа! И стала беда. Две буквы захватили. Срочно найти обратно буквы. Ну куда, Врунгель, повезешь группу Дюна? Мальту!
на остров Мальта. Второй балл. Хо-хо. А мы за буквами. Дерпихус. Это что такое? Азбука Дерпихуф. Это для мальчиков азбука. Я вообще-то девочка. Я лучше послушаю песенку. Сколько у меня букв? Десять. Песня номер 10. Ага. Танец маленьких утят. Кстати, интересно было бы сделать из этой песни песню какой-нибудь группы Дюна. Веселенькую такую. Итак, теплята. Уга, вы желтые. У меня волосы тоже желтые. Так что ищите камни. Желтый цвет. В флагах, может быть, найдете. Айлмен, тут девушка с желтого. Чуть-чуть, ладно. Первый балл. Isle of Man. Ничего. Ничего. Ну, повезло, чуть-чуть повезло. Rainbow, Butterfly, Unicorn, Kitty. Вперед, вперед! Куда ты? Азбуку будешь выжучить? Ну, раз азбуку, так азбуку. Ладно. Буст. Вот туда нет, там пусто, там пусто. Нечего там делать. Обгон. Йо-хоу. Мне нравятся обгоны. Боудяба Куин. Качау. Гридо. Это Италия, Италия. Италия. Нету Италии, к сожалению. Да. Да? Ну тогда. Рыбки из Лоракса. Чё тебе смешного там, заяц? Рыбки не разговаривают. Они же не мые. Ну а кто же тогда нам поможет? Комбайном буду давить волк. О, да, это хорошая идея. Где Бунтик? Где мой поросеночек? А, он... Хорошо бродит. Он драгажничает вокруг. Карамельки жрет там. Короче, бомж твой, Бунтик, бомж. Бомжом быть. Ну давай, присоединяйся к нам. В какую страну пойдем? В Гватемалу. Гватемала. Первый балл. Роблокс футболист. Ну что, сколько букв у меня? 6. Я Роблох. Нет, Роблокс. Я не лох, я локс, Роблокс. Матросская шапка, веревка в руке. О, я буду юнгой. Кораблик по быстрой реке, и скачут лягушки за мной по пятам, и просят меня прокатиться туда. С удовольствием прокачу на своем кораблике группу Джуну и отвезу их прямо... Мальту. Мальта. Третий балл. Вот так, ребята. Под большой медведицей. Да. Так, ну что? Я думаю, что для группы Дюна срочно нужно выбрать какой-нибудь самолет, чтобы они побыстрее могли оказаться... Привет. На месте концерта. Например, беспилотный самолет. О, круто. И там пилоты не нужно даже. Да, это беспилотный самолет. Он будет лететь прямиком в Гватемалу. Круто. Гватемала. Третий балл. Ну, супер. И... Ух ты. И
Вот пес полицейский. Воу-воу-воу! 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 Ты хочешь песни? Нет! Ладно! Сколько у тебя тут букв? Четыре! Лорд! Четыре пе. Ну чё, ребята, картошку копать пойдем? Давай. Какую картошку? В ноябре! В конце ноября! Да вы что? Ха-ха, ну что, как у вас тут дела? Ну этот, как его, этот вот полицейский вызвал картошек собрать в ноябре. Кто собирает картошку в ноябре? Да вы что? У нас даже в Total Drama нету такого задания. Ну ясно. Ладно, группа Дёдан. Да, вам надо попросить у блохастых и пушистых собак по имени да. Барбоскины. Они сейчас звезды, они должны знать. Да, да, хорошая идея. Будем дружить, если вы, наверное, расскажете про страну правильную. А, это где ромашки, где белый цвет флага. Мальта. Четвертый балл. Осерман. Третий балл. Бурунди. Гватемала. Второй. Гватемала. Четвертый. Так все же подходят. Ну вот помощники, понимаете ли. А, я знаю, я знаю, нужно спросить у золотой рыбки. Да, я Крис Маклин, срочно надо для Дюны страну назвать. Гватемала. Пятый балл, ну вот, совсем другое дело, да. Так, активизируем Омнитрикс. Включена программа транспорт. О, теперь мы можем управлять любым из этих транспортов. Например, в поликлинику машину. Да, выполнять миссию поликлиника или пожарную машину. Да, миссию пожарников-спасателей. И таксиста. Таксиста может. Я буду таксистом, давай. Давай, мой я как перейдем. Раз по, я как раз подхожу. Так, такси, такси, вези, вези, отвези Дюну куда? На поезде в Гватемале. В Гватемалу, шестой балл. Ты что-то увидел, Скуби? Да, я увидел книжку про Македонского. Шеги, прочитаешь нам книжку? Ну ладно, если там не кто будет... был такой Македонский вообще? Кто он такой? Он воевал, скакал на коня, он плыл по морю. Ага. И даже убил кого-то. Ух ты! И другое все делал Македонский. Ясненько. И куда же он отправился? На корабле в Гватемалу. Седьмой балл. Так. О, привет! Я твой совсем дальний родственник, потому что я все-таки... Rainbow Butterfly Unicorn, Китти. Китик, я Китик, ты тоже Китик. Нет, ты Rainbow Butterfly Unicorn, Китти. Ну, все равно. Расскажи, пожалуйста, страну для группы Дюна. Куда им отправиться? Им надо в Валлетту отправиться, столицу Мальты. Валлетта. Валлетта. Есть такая, пятый балл, Мальта. Ну вот, круто, помогли, ура! Выучи азбуку латышскую, дерби. Так, латышскую? Ну давай попробуем. Мотоцикл. О, мотоциклы. Круто, круто, мне нравится. Мальта, шестой балл.
Менос. Собака. Ой, собака нам не надо. Так. Петух. Ой, это рано. Пчела. Про пчел и пчеловодов раса поет. Мы совсем другая группа. Ну, как хотите. Я думал вам помочь. Рыбки. Эй, вы. Куда вы? Так. Итак, активизируем Omnitricks. Программа... Музыка. Программа оркестр. Да, музыкальные инструменты. Итак, да? Ты активировал Omnitricks? Да, активировал музыкальных инструментов. Теперь ты можешь играть на флейте. А ты, Кевин, можешь играть? Да, парнуча. А я теперь могу играть на гитаре. Круто. А, дети, меня забыли. Я тоже хочу. Ты будешь на пианино играть. Ну, и что у вас получилось из всего этого? Это же музыка. Из игры «Что? Где? Когда?». Вау, ну, «Что и где?». Где такая музыка звучит? Бурунди. Бурунди, 4-й бал. Выходить обратно в море. Ага. Все, вот вам море. Ух ты, а куда же они там? Встречаются с пиратами эти рыбки. Да, где эти пираты плавают? На необитаемом острове они плавают. Вокруг? Вокруг острова Мена. Ага, 4-й бал. Круто. Получай звук, Роблокс Гай. Леопольд тебя ждет. Да? Давай. Давай, Леопольд. Остров. Остров Мен, 5-й бал. Балатуак. Ту-ту-ту-ту-ту. Будильник. Ой, не надо будильника, нас рано будить, не надо. У нас же, мы же с Бадуна все-таки. Гитара. О. Ну я же говорил, ты в Гватемале гитару свою потерял. Гватемала. Сейчас прибыл. 7-й бал. Ну, я думаю, что тут явно может помочь что-то сказочное. Например, волшебное зез. Да, зеркальце. Гватемала, ваша страна. 8-й бал. Зачем ты разбил зеркальце? Это не я разбил. Это лорд-пес полицейский разбил. Вау, такая большая, а веришь в чудеса? Вау, чудес не бывает. Бывает, еще как бывает. Так, ну что, ребята. Так. Погоди, Крис, а кто будет азбуку выучить? Ну я выучу. Прежде чем отправлю корпорацию Скуби-Ду на Европе, да, гулять по Европе и искать европейские страны. Ух ты, круто! 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 Так, Европа у нас была... Мальта. 6-й балл. Но... Все, мы отправимся к Европу. Вот. А я тем временем выучу азбуку. Пока не пришел главный эксперт. Гусеница. Так. Белка. У кого белка? Где белки? Медведь. Так. Ослик. Ослик. Ха-ха-ха. Так что все. Все, главный эксперт уже пришел. И ждет вас. Счастливого пути.
ребята. Тара-та-тарам. Привет с Большого Бадуна. Мы семейство Адамс. Ух ты, сколько нужно выпить, чтобы проснуться и показались бы такие люди. Ха-ха-ха, где же вы находитесь? Встречайте нас в Гватемалу. Я дам вашу гитару на моем замке. Himno de Nacionale Guatemala. Ух ты, как там интересно. Да. Тут явно нужны мужские голоса. Итак, группа «Чудо». Привет с Большого Бадуна! Отправляется на концерт в Гватемалу за потерявшую гитару. Мы найдем, все найдем и споем вам свои любимые песни.